На заседании Совета съехались почти все главы регионов Приволжья. Обсуждают очень сложный вопрос развития агропромышленного комплекса. Проблем здесь много, все не новые. Это и трудности с работой на селе, и отсутствие социальной инфраструктуры и, как следствие, отток населения. Кроме того, толком не налажены производство отечественной сельскохозяйственной техники и слишком высокие процентные ставки по кредитам. Сейчас как раз время активного возврата заемных денег, а с финансами напряженка. Засуха прошлых лет дает о себе знать. Полпред Михаил Бабич говорит, что нужно немедленно решать эту проблему. Как? Нужно в первую очередь продлить срок кредитов. То, что мы сегодня обсуждали, это же не вопросы, которые появились вот просто с потолка. Это вопросы, которые мы заранее проработали с правительством, с Государственной Думой, со всеми нашими коллегами. И это общая точка зрения. Соответственно, сейчас правительство должно найти механизмы, решения, средства для того, чтобы эту проблему решить. Но мы сегодня уже, так сказать, приблизились к тому, чтобы это было выражено в конкретных нормативных актах. Надо сказать, что в Нижегородской области поддержка агропромышленного комплекса далеко не последний вопрос. Сельхозпроизводителям частично компенсируют затраты на развитие и расширение хозяйств. Кроме того, есть отдельная программа по строительству жилья в сельской местности сразу со всеми коммуникациями. За последние годы построено 2500 домов, в планах еще 1500. Это привлекает молодежь в деревню и решает кадровый вопрос. Но самое главное, мы уже обеспечиваем себя зерном, картофелем и овощами. С мясом сложнее, но и это вопрос времени. У вас, конечно, серьезные суммы выделяются на субсидирование приобретаемой техники, на удешевление этой стоимости. Конечно, мы это не делаем. Это, с одной стороны, хочется, но бюджет не позволяет. И тем самым губернатор Валерий Павлович, то, что последние годы на самом деле серьезное внимание уделяет на сельское хозяйство, мы здесь перенимаем опыт друг у друга. Но не все так гладко, особенно если ехать по сельским дорогам. В регионе 3000 километров дорог без асфальта, плюс стены, которых покрытие не видел ремонта лет по 20-30. Естественно, подавляющее большинство таких дорог находится в селах. Со многими социальными объектами та же история. В правительстве России обо всем этом знают и учтут в новой программе поддержки АПК до 2020 года. Губернатор Шанцев уверен, решать эти вопросы нужно быстрее. Надо соединять ресурс федеральный, региональный и ресурс сельхозпроизводителей для того, чтобы ускорять темпы технического перевооружения и оснащения сельского хозяйства с точки зрения развития самой экономики. И второе, не забывать о том, что мы в серьезном долгу перед селянами по развитию жизненного пространства. Словом, сельское хозяйство становится приоритетным направлением работы в Приволжском округе. Кстати, он один из ведущих в России. Здесь производится примерно четверть сельскохозяйственной продукции страны. При этом Приволжье занимает лишь 6% территории России. Александр Быков, Сергей Пермовский. Объективно. ННТВ.